привет! Сегодня у нас 27 марта 2023 года. На улице солнечная погода, очень тепло, даже можно сказать жарко. Мы поехали по работе, со мной поехали Голди. Вот она, наша голдяша, это вчерашняя, как кошечка умывается, лежит. Это вчерашняя наша победительница, которая выиграла выставку полностью, стала лучшей собакой выставки. Ее полное имя Golden Queen, Золотая Королева. А это наша Мирабель. Мирабель, которая у нас хулиганка. И она бывает в рингах, не держит хвост. А вчера она тоже себя показала очень хорошо. Просто отлично она держала хвост, она бегала и выиграла Best щенков, первое место. Вот такая прекрасная наша Мирабель. Пост я тоже выложу потом. Ну все, мы все дела попеределали, все, едем в магазин, на рынок, в магазин нам начинаем, да, Мирабель? Вот так вот. А вот Голдик. Спасибо большое. Спасибо большое. Все, пришли. Стоп. Зашли на рынок. Такой у нас ассортимент. Блин, не надо понять, сколько там килограмм сказал первым. Четыре я беру. Да? Что, не испугались? Ух, они барашки. Хотели познакомиться. Вот смотри, а вот эти не боятся. Смотри, к нам идут. Смотри-ка, идут к нам. Ну-ка, пошли. Давай, подойдем к ним. Пойдем. Нет, боятся. Смешные барашки. Смотрят на нас. Голдяши, они такого чуда еще не видели. Ладно, пойдем, пусть кушают. Пойдем, голдяш. Ох, они барашки. Ну все, баранов построили, дальше поехали. Ну, девки, ну даете. Баранов напугали. Все, проверила, что купили. А ты чего спряталась там? Чего ты спряталась? Идите. Хочешь на ручки? Иди. Ку-ку. Которых мы напугали, вон ушли гулять. Трава зеленая, сочная. Пошли пасутся.